Я был один из тех, который действительно надеялся и верил, что парламент будет искренним в своих намерениях организовать вот эти парламентские слушания по ситуации с возмещением украденных из госбюджета денег, и что они действительно разработают, найдут какой-то выход из этой ситуации. По крайней мере, что они снимут с плечей населения бремя возвращения украденного кем-то миллиарда долларов. Нет, дважды пытались. Президент не промульгирует. Ну да, да. Я дважды говорю пытались, о своих, кстати, оппозиция пыталась. Я говорю о своих личных ожиданиях, что я ожидал сегодня, да. Но я этого не увидел. Я увидел там, конечно, очень такие запальчивые обращения, такие филиппики острые на заседании парламента, которые звучат красиво, да, я тоже их слушал так с удовольствием, но с точки зрения практической целесообразности, ну, они нас не приблизили ни один шаг к возврату миллиарда.